Дворец водных видов спорта на территории бывшего завода ЗИЛ в столице России может быть построен к марту 2016 года, сообщил журналистам замэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. Мы осмотрели ход работ Дворца водных видов спорта. Сегодня инвестор заверяет, что к марту следующего года работы будут закончены, сказал Хуснуллин. По его словам, работы полностью ведутся на деньги инвестора. Объем инвестиций составляет порядка 2 миллиардов рублей. Замэра добавил, что платформа с навесом для ТПУ ЗИЛ уже построена. Никаких сомнений, что к сентябрю следующего года ТПУ будет полноценно работать, заверил Хуснуллин.